колбаса. Автомобилисты Владивостока снова получают подарки. Радио «Лемма», одна из самых известных и авторитетных радиостанций города, в очередной раз порадовала своих слушателей акцией «Лемма Мобиль». Итак, чтобы получить призы, нужно было с 21 по 25 октября слушать эфир радио «Лемма» на частоте 102,7 FM. По подсказкам ведущих вычислить, в каком районе Владивостока припарковался фирменный автомобиль генерального партнера акции сети магазинов «Белорусочка», подъехать первыми и получить вкусный подарок из мясных деликатесов напрямую от белорусских производителей из рук ведущего утреннего шоу «Леммонад» Павла Унучика. Приятно, что у нас, во-первых, есть такие бизнесмены, которые ответственны, которые думают не только о себе, но и о том, что они предлагают. Часто меня спрашивают, а ты вообще, вот рекламируя тот или иной товар, ты его пробуешь? Я могу точно сказать, что белорусчику, которую мы рекламируем всю эту неделю, с которой мы сотрудничаем, я даже не скажу, что это реклама, это сотрудничество, такая партнерка. Вот. Я люблю, я покупаю эту продукцию, я ее ем, поэтому я ручаюсь. Суть акции проста – подарить слушателям позитивные эмоции. За рулем «Лемма Колбасомобиля» сам директор сети магазинов «Белорусочка» Дмитрий Пенкин. Он же вручает подарки от генерального партнера сети магазинов «Белорусочка». Поздравляем, спасибо, партнер «Белорусочка», спасибо. Радио «Лемма» знают все, а точнее, по последним данным «Медиаскоп», 96,8% жителей Владивостока. Первое семейное радио приходит в каждый дом, неся с собой только хорошее настроение. Уникальные, развлекательные и социально значимые проекты «Леммы» завоевали внимание всего Приморья. Как, например, конкурс детского творчества «Радуга талантов». Участие в первомайском шествии. Вот леммовцы раскачали 1 май, а это они открыли лимонадную площадку в день рождения города. Акции «Леди Осень» и «Леди Мобиль» радиослушатели ждут весь год. Честно говоря, целую неделю как бы охотился. Я работаю в такси, в принципе, видел неоднократно автомобиль этот, но все время был занят, либо в другую сторону нужно было ехать. Но сегодня повезло. А еще заметим, что радио «Лемма» – неоднократный победитель конкурсов в области радиовещания, лауреат бизнес-премии «Торговая марка года». Радио «Лемма» и сеть магазинов «Белорусочка» подарили в октябре владивостокцам полный расколбас. И вкусно, и полезно, и весело. Светлана Садовая, Андрей Толстихин. Новости на восьмом.